ужасное по своим последствиям и мерзкое по характеру исполнения преступления против мирных граждан. В результате теракта в метро погибли и ранены десятки людей. Я уверен, правоохранительные органы сделают все для того, чтобы найти и покарать преступников. Террористы будут уничтожены. Прогремел первый взрыв, приехал президент Дмитрий Медведев. Он спустился на платформу и возложил цветы к месту, где погибли люди.